Итак, универсальное зарядное устройство, у которого есть датчик температуры, термодатчик. Вот горит красным. В принципе, аккумулятор заряжен. Для никель металлогидридных аккумуляторов разных. В общем, не для литионки он идет. Ну и вот якобы родное, у которого нет термодатчика. Ну, сейчас посмотрим, насколько быстро это отключится. Аккумулятор на 12 вольт. А тут заряжается до 14,4. От 7,2 до 14,4 вольт. Отключение произойдет после того, как загорится зеленым. Ну, то есть поймет, что аккумулятор заряжен. Ну вот, в принципе, и поменялся светодиод. Так, здесь вытаскиваем. Подключаем родную зарядку. Вот у нее горит светодиод. Навряд ли он погаснет, потому что здесь идет отключение по термодатчику и по уровню заряда.
как бы свет идет, продолжает гореть, хотя здесь зарядка на 12 вольт, родная его. Плата полностью рабочая. Я не знаю, почему она не выключается. Должна ли она, лампочка, полностью погаснуть. Вот, типа такого же аккумулятора. Вот он тоже горит. Здесь, тут, по какому принципу оно должно выключаться, неизвестно.